Четыре причины, почему банку и государству выгодно ваше банкротство. Первая причина. После вашего банкротства банк получит страховое вознаграждение. Да, все банки страхуются на тот случай, если человек будет проходить процедуру банкротства. А пока подпишись на наш канал и узнай, что делать с кредитами, долгами и займами, если их нечем платить. Вторая причина – банку будет выгодно, чтобы вы списали долг, потому что пройдет время и ваша жизнь после банкротства наладится. Вы снова устроитесь на работу и, возможно, вам снова потребуется кредит. Хотя в ближайшее время и после банкротства ждать одобрения кредита не стоит. А еще две главные причины, почему государству выгодно банкротство, смотрите в полном ролике, пройдя по ссылке, она чуть ниже находится на экране.